101. Сводка пожаров и происшествий. Будьте бдительны. Ночью 23 апреля поступило сообщение о пожаре в деревне Кочановичи. Загорелся жилой деревянный дом, где проживала мать-пенсионерка и ее безработный сын. Когда прибыли спасатели, строение было полностью охвачено огнем. После ликвидации пожара в комнате под завалами печи и возле окна было обнаружено два трупа. Огнем уничтожена кровля и перекрытие, стены и имущество внутри дома. 23 апреля загорелось хозяйственное строение в деревне Гряды. К моменту прибытия пожарных постройка была полностью охвачена огнем. Хозяева находились на улице. Огонь уничтожил хозяйственное строение, повреждена кровля рядом стоящего. Пострадавших нет. 26 апреля в деревне Заполье загорелся автомобиль. На месте спасатели установили, что горит грузовик. После ликвидации пожара выяснилось, что огнем уничтожен не только автомобиль, но и 1 200 кг свинины. Пострадавших нет. По предварительной версии, были нарушены правила эксплуатации электросетей и электрооборудования.